заков рутины. Тогда у меня для вас есть одно слово. Папуаника. Тропический оазис, затерянный среди бескрайних морских просторов, ждет вас в свои объятия. Понежиться на пляже с прохладным коктейлем в руке? Конечно. Заняться серфингом, покоряя волну за волной? Без проблем. Попробовать удивительные блюда, которые перевернут ваше представление о еде? Да-да и еще раз да. У вас есть шанс посетить фестиваль Лейлай, самый веселый праздник южных морей. Раз в год весь остров сливается в едином порыве праздничного веселья, целую неделю наслаждаясь музыкой, играми и танцами. А в этом году на фестиваль обещал заглянуть даже певец Бербера Великолепный. Ценители активного отдыха тоже смогут найти занятия себе по душе. Удивительные сады Тику, полные жгучих цветов, древние горячие источники, загадочные артефакты Долины Пепла. Все это и многое другое ждет вас в джунглях Папуаники. Не останутся в стороне и любители хорошей драки. Остров густо населен разнообразными существами, которые доставят немало хлопот даже самым опытным и бесстрашным бойцам. Папуаника. Остров для тебя.